Ты любишь тайны? Любишь фантастику? Любишь читать об этом в книгах или смотреть в кино? Любишь, когда сложный и запутанный сюжет, когда добрые сражаются со злыми, а в конце обязательно кто-то спасает мир? Все это, конечно, очень интересно, но все это выдумка, фантазия человека, не более. Но слышал ли ты, что в мире есть невыдуманная история? Бестселлер, который писали 40 авторов на протяжении 1500 лет и закончили писать 2000 лет назад. За владение этим бестселлером люди были готовы на все. Они копили деньги годами, продавали имущество и имения, искали как самое драгоценное, а найдя, хранили как зеницу ока. Бестселлер, которому надлежало стать самой запрещенной книгой в истории человечества. На протяжении 17 веков людям отрубали головы, травили их диким зверям или сжигали на кострах инквизиции только за то, что они читали эту книгу. Но тех, кто ее читал, это не останавливало, потому что книга открывала смысл жизни, давала ответы на все вопросы и делала человека по-настоящему свободным, счастливым и живым. Парадокс. Когда-то на всей Земле было лишь несколько экземпляров этой книги, и владеть ими мечтали миллионы. Теперь же миллионы экземпляров по всей Земле, но в основном всем на нее наплевать. Потому что кое-кто сделает все невозможное, чтобы ты никогда не читал ее. Потому что это даже не книга, это писание, которое дает силу, свободу и жизнь. Это слово Бога, Библия. Но, увы, тебе это не интересно. Ведь жить в неведении намного проще. Не так ли?